13 марта в Гончаровском парке в Москве прошел фестиваль «Ух ты, блин», приуроченный к самому вкусному празднику весны – Масленице. Сегодня у нас 7-й день, день проводов. Мы встречаем весну, провожаем зиму. Также уходит все плохое и приходит самое хорошее и долгожданное. Для гостей праздника была приготовлена зрелищная программа. Кулачные бои, битва частушек, стрельба из лука и, конечно же, блины. Мы ожидаем сегодня около 8 тысяч гостей. Мы напекли 10 тысяч блинов для них. Мы приготовили 600 литров горячего травяного чая. То есть все будет очень вкусно. Всех встречаем. Для юных участников фестиваля провели увлекательные мастер-классы по выпеканию блинов. Детям рассказали об истории праздника и научили их делать масленичные обереги. Я люблю очень масленицу, мне достаточно там съесть пару блинов и все, уже объедаются все. В самый разгар праздника состоялся звездный батл. Известные музыканты, актеры и телеведущие под руководством масленицы соревновались за звание лучшего блинопека. Нет, рецептов нет секретных, понимаете? Самое главное с душой это все делать, блины, и тогда получается очень вкусно. Также все желающие смогли принять участие в масленичном квесте. Выполнив специальные задания, участники получали памятные призы. Я думаю, что это просто объединяет людей и настраивает на какой-то дружеский лад. Желаю вам, чтобы эта весна принесла вам как можно больше ярких и счастливых событий, чтобы все было благополучно в ваших семьях, в ваших домах, чтобы этот год был удачным и счастливым. Мечтай, фантазируй, смотри!